В заключительных сериях сериала «Бывших не бывает» Яна рассказывает Илье, почему стала убийцей. Он дает ей время самой решить, как поступить. Дэн, ставший после гибели отца владельцем фабрики, хочет завязать с наркотиками, но Александр не может отменить сделку. Бабуин накачивает Дэна снотворным и через его телефон выясняет, где находится Юля. Пришедший в себя Костя пытается дозвониться Илье, но тот заперт. В подвале его телефон не работает. Дэн по видеозаписи понимает, где держат Юлю, но освободить ее ему не удается. Он догадывается позвонить по номеру, с которого звонила Юля последний раз. Это телефон Костя. Они вместе находят Илью. Дэн сдает ему информацию по предстоящей сделке с наркотиками. Но Илья действует не по плану, ведь его главная цель – спасти дочь. Илья договаривается об обмене наркотики на дочь. В это время Алена и Кость вычисляют охранника, который сторожит Юлю. Охранник везет девушку к месту обмена. Его машину преследуют Алена и Костя.